В разделе «Общие настройки» можно установить значок текущего времени. Данный значок будет отображаться на экране вне зависимости от смены картинки. Функция зеркального отображения симметрично меняет картинку отображения заднего хода на экране головного устройства. А функция подсветки позволит выбрать автоматическое затемнение экрана, переключение света фар автомобиля. В меню настроек звука имеется широкий спектр установок пропорций. В разделе GPS Mix можно установить частичное приглушение или полное отключение звука во время голосовых подсказок навигатора. В разделе «Пропорции звука» можно выставить величину уменьшения силы звука музыкального проигрывателя или радио во время голосовых подсказок навигатора. Точно так же параметры пропорции звука можно установить и при передвижении задним ходом, вплоть до полного отключения звука для безопасного управления. В основных настройках можно выбрать навигационное приложение, которое в последующем по умолчанию будет отображаться в окне навигации. Также в данном разделе можно произвести обучение кнопок руля. Для этого нажмите кнопку на руле, впоследствии нажмите кнопку на экране, которую хотите настроить.